Я вся приехала в Краснодар, тут 4 дня убираюсь в квартире, времени у меня вообще нету. Тем временем я. Иду к своему подъезду, везде бычки. Это пиздец. Я просто в шоке. И вот все мусорки, они такие. Там дальше по всем подъездам везде вот такая вот хрень. Просто. Я думаю, завтра возьму уборку. А еще тут будьте бдительны, ваша соседка, вероятно, спит с вашими мужьями. Это Кубань. У нас хреначит дождь. Я запаслась вот такими вот перчаточками. Сейчас буду вот здесь вот это все убирать. Вон там, конечно, помойка. Сейчас вот тут пройду. И никакой дождь мне абсолютно не даст. Отпор, то есть берем, собираем и делаем все чистенько. Сейчас вон туда пойду, пачку сигарет еще заберу. Я терпеть не могу мусор, просто для меня это просто какой-то кринж. Я дома уже 4 дня убираюсь, я не была дома 3 года. И это просто, ну, нереально, когда я смотрю на мусор, у меня просто начинается... депрессия. Вот как раз, блин, я уже промокла. Все вот это вот буду собирать. Конечно, здесь бы грабельки, но будем работать с тем, что есть. Я ненавижу мусор. Еще надо под вот эту штуку залезть. Господи, ну кто вот здесь вот это все бросает? Ну кому это надо? Вот тут возле дома, блин, мусоров миллион просто. То есть большими баками. Но нет. Люди просто начинают, короче, заниматься какой-то херней просто. Они гадят, срут там, где живут. Понимаете? Ну, это просто какая-то беда, блин. И в этот дождь у меня сейчас развалится пакет. Я еще взяла, конечно, очень много пакетов таких целлофановых, но они небольшие. Это была самая большая. Я тут уже насобирала, конечно, целое. Так, ну это ладно, мусорку оставим, пускай завтра ее, может, заберут. Но я хочу облегчить работу человеку, который тут впакивает за копейки. А я вот кайфую, блин, понимаете ли, собирая все вот это вот. Хочу пройтись побольше, потому что тут явно многие вещи вообще даже не собирают, ну, собирать. И поэтому... вот это вот все дело будет убираться. Так. И очень много людей, которые проходят мимо, смотрят, улыбаются. И потом эти же свиньи выходят с магазинами с бутылкой пива. Вон там чувак зашел за пивом. Понимаете? Который вчера тут бухал. Ну, блин, я, слушайте, я уже мокрая вся просто. Но контент у меня получится. Так, как вы думаете, нормально ли я сейчас? Блин. И снимать, и говорить одновременно очень тяжело. Нормально ли я сейчас поступаю? Мне кажется, что люди, которые смотрят с окон, просто увидят эту всю бригаду и начнут по-другому себя вести. Я вся вымокла вот в таком красивом платьице. Красавочка. Ну, тут еще, конечно, надо убирать. И я хочу пройтись там по всем подъездам. Там то, что уборщики вообще никогда не убирают. Бычки я, конечно, собирать не буду, но там пакеты, пачки разные с балконов кидать. Боже, ну, с какими свиньями я живу. Просто после Турции чистой, реально там чисто. Выходишь из дома, вылизано все. Я... если видела где-то там бычок, я его даже подбирала всегда, доходила до мусорки. Но здесь я просто в шоке. Приехав спустя 3 года в Краснодар, у меня, ну, просто мозг плавится вообще, как такое вообще возможно? Как можно жить в грязи, где ты живешь, блин, мусорь себе под ноги, это же не пиздец. Мне люди посоветовали, вон та машина, вон она. Это он бухал тут всю ночь. Посоветовали обложить всем мусором всю его машину. Я таким кринжем заниматься не буду. Вот, но собирать вот буду. Но мне, во-первых, такой ливень
снимать, убираться, поэтому я уберу и покажу, что просто чисто, и все. Так, я вообще вся промокла, просто я уже сходила 3 раза на помойку, сейчас 4-й пойду, тут еще много чего вон валяется, эти бутылки, вот. Ну, я кайфую, просто единственное, мокро что-то прямо. Я думала, с таким кайфом поубираюсь, а дождь усилился просто. Факт. Так, вот это вот как-то надо еще помойку забрать, я не знаю. Да, вот 1 литр, сейчас вот 2-й мой. Я по пути пособирала все, что могла. Сейчас в помойку повыкладываю. Так, позабираю. Так, ну вот этот мусор позабираю сейчас. Ребята, вот такая вот лажа произошла. Беру вот тут свой пакет и сейчас вот это все в 2 мешка закидаю. Ну, понятно, дождь, развалился пакет. Ну, ничего, будем отправлять. Мне мужчина вынес пакет. Вот. И вот то, что у меня развалилось, ну, как бы помогать, конечно, никто не будет. Это не кринжовое дело. Вот, но пакетик мне уже дали. Спасибо на этом. Блин, какой это кайф собирать мусор. Чем-то напоминает собирать грибы после дождя. Все, я мокрая, но счастливая. 7 мешков мусора принесла. И еще вот я думаю, здесь возле помойки, ну просто какой-то трешак. Солнышко будет. Там завтра, послезавтра. На днях, в общем. Я пойду все это соберу. Перчатки свои оставлю для улицы. Не стала их сейчас выкидывать, чтобы было напоминание, что мне надо выйти. Здесь бутылочки убрала. Чистота. Чисто в кустах убралась. Там, конечно, тоже мусора много. Ну все, я уже промокла. Вот это убрала помоечку. Красота. Так, здесь тоже все чисто. Может, где-то там маленькие фантики. Я уже не могу убирать. Эти. Просто чистенько. Просто хорошо все. Ну тут, я думаю, опять будет завал, но тоже ладно. Я счастлив.